Ударным трудом не только телевизионным отметили мы в этом году день рождения ТВР-24. Благодаря стараниям сотрудников телевидения в городе стало на клумбу больше. Цветник высадили в сквере на проспекте Красной Армии напротив Дворца Гагарина. Но сейчас же весна, мир, труд, май. Проводятся субботники. У нас вся общественность, и депутаты, и общественные организации, молодежные, все активно принимают участие в том, чтобы город привести в порядок и сделать его красивым и уютным. Вот. Мы люди неравнодушные. Каждый день, в общем-то, в этой общественной жизни принимаем участие, поэтому и свой день рождения мы решили вот немножко облагородить один из таких центральных небольших скверов города. Телевидению Родонежье 24 года. За это время мы провели несколько значимых социальных акций. По-моему, самая первая была акция, которую мы проводили, называлась «От сердца к мечте», когда мы организовали общественность и помогали детям, которые нуждаются, приобрести какую-то, может быть, незначительную вещь, но которая сделает их немножко радостнее, немножко счастливее. А потом была очень большая акция, это в помощь нашему обществу СИДИ, семьи имеющих детей-инвалидов, когда телевидение вместе с общественной палатой стали инициаторами большого городского марафона, когда по всем городским площадкам проводились концерты, собирались деньги, был аукцион, была собрана значительная сумма денег, которая помогла мамам и сиди сделать ремонт и запустить свое время надежды. Сегодня на телеканале выходит дюжина проектов. Мы говорим вам доброе утро и рассказываем о новостях округа. Берем интервью у тех, кто добился успеха в своем деле. Мы рассказываем о спорте и делаем программу для любителей животных. Заглядываем на кухни шеф-поваров ресторанов и пробуем разные профессии примерить на себя. Мы путешествуем по округу и приоткрываем запасники музеев. И все это мы делаем для вас, наши любимые зрители. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, читаются ли наши цветочки? Ну, какая-то В. В. А дальше? Дальше Р. Ага. ТВР. ТВР. Да. Угу. Мы знаем вас. А в честь чего, думаете, сажаем мы эту клумбу? Ну, потому что седьмого... Сколько у вас там было? Какой у вас был юбилей? 24 года. Вот, 24 года, да. Смотрите? Обязательно. Обязательно смотрим. Это вот любимое наше телевидение. Удачи, всего доброго, здоровья и, главное, мира. Всем здоровья, побольше молодежи, ну и телевидение, чтобы процветало. ТВР-24 теперь будет процветать в прямом смысле слова. Частичку нашего оранжевого воздушного настроения мы раздарили горожанам. Это еще одна традиция телекомпании. Воздушные шары нашим преданным и потенциальным зрителям, которые 24 часа в сутки могут узнавать местные новости на ТВР-24. Оксана Мирошникова, Сергей Кошайкин. Программа «События».